ну сегодня будет короткое видео, и особо долго рассказывать здесь, в принципе, и нечего. Значит, ну что будем дальше делать? Значит, в прошлый раз сделали вот такой. Здесь у нас будет паз. Значит, это идет под филенку у нас, под глухую филенку. Здесь будет вставляться филенка. С этим понятно, да? А этот у нас сделан под стекло. Да, всегда будет стекло. Значит, какой здесь принцип построения? Значит, паз остается тот же самый. А вот это вот лишнее, вот это вот, эту часть, вот эту часть, мы просто убираем четвертной фрезой. Ну, или у кого какая есть, пазовой фрезой, пальчиковой, и убираем. То есть можно это на фрезере сделать, на большом, можно на маленьком, это у кого как получается. Значит, почему я делаю вот так? Почему я сразу же не беру большую фрезу и все это дело не убираю? Мне намного лучше сделать одной фрезой вот такой паз. Здесь будет одинаковое расстояние, я не пересчитываю каждый раз, какая фреза, какое расстояние до подошвы или еще что-то. Я просто так вот пробираю, а это место, если оно мне не надо, я его убираю. Так получается под филенку, а соответственно то же самое, только здесь вот я специально даже ставил, так вот чуть-чуть, да, видно. А это уже будет у нас идти под стекло. То есть все предельно просто и понятно. Это под стекло, а это уже будет под филенку. И как я его делаю, точно так же, значит, у меня та же приспособа, уже если она есть, так и дальше буду на ней так, точно так же делать. Ставлю деталь. Зажимаю. Выравниваем. Фрезерую. Значит, я беру, у меня стоит вот такая фреза, подшипник, здесь я меняю подшипник, потому что я могу поставить подшипник маленький, могу поставить подшипник большой, и все это дело сейчас просто фрезерую. Вот и все, здесь все предельно просто и понятно. Так, сейчас будем фрезеровать, опять же таки смотрим текстура здесь идет вот так, текстура идет. Значит, чтобы его не вырывало, я начинаю с обратной стороны, а здесь с другой стороны. Это, то есть этот момент каждый должен для себя уяснить, чтобы здесь не вырывало. Вот. То есть здесь идем обратным ходом, а здесь наоборот, идем только вперед. Если обратным сюда пойдем, здесь вырвет здесь. То есть здесь нужно четко уже понимать саму физику. Что у нас получилось? У нас получился вот такой хороший, четкий, правильная фрезеровка. Хороший, правильный полукруг. Значит, если здесь получается немножко даже вот такая ступенечка здесь, получается чуть-чуть. Я, ну, по крайней мере, я считаю, что здесь особого страху нет, потому что здесь будет стекло. Здесь потом будет у кого штапик, у кого или еще какие-то другие методы, но об этом уже будем потом. Так что на сегодня все. Вот сделали, значит, две у нас. Это будет у нас под стекло, это будет у нас под филенку. Ну и здесь дальше, как обычно, кому понятно, лайк, кому непонятно, дизлайк. Будем дальше стараться объяснять, чтобы всем было понятно.